9-825. Вместе с Зариповой время лидерства успешно несла ученица заслуженного тренера России Аллы Яниной, москвичка Юлия Рослякова, серебряный призер чемпионата мира в отдельных видах упражнений. Юлия уже завершила свою спортивную карьеру. А вы видите очередную воспитанницу Яниной, Елену Давиденко. Сейчас она в числе 10 сильнейших мастеров России. Оценка Лены 9,35 балла.